Николя, посмотри в глаза наши ясные. Это Юля сюда? Ты не задал вопрос, массаж-то хоть тайский или какой? А это Юля делает или нет? Нет. Это тебе местный очкарик делает. Да это экономия просто это, сам шампуня, блин, в номерах и все, что ты. Все ништяк. Че, перевернется и там помоешь? Сейчас я делаю. Это бесплатно. Чуть попозже, потому что рисовать мы сами будем доллары сейчас.